Известный блогер посетил муфтия Дагестана. Полина Хохлова давно занимается продвижением в соцсетях. С Дагестаном решила познакомиться лично и обязательно встретиться с шейхом Ахматом Афанди. Я представляла муфтия себе совсем по-другому. Думала, что зайдет очень важной походкой человек. Да, конечно, он занятой, но будет всем видом показывать, что вот у меня время, мне нужно дальше бежать. Но тут оказалось, что нет. Человек очень спокойный. Идет легко на диалог, складывается диалог. Мы разговаривали достаточно долго, и на все мои вопросы, которые я задала, человек четко дал объяснение и пояснение. Я, конечно, не верю до сих пор этой встрече. Благодарна за возможность задать вопросы, интересующие меня. Это, конечно, встреча незабываемая. Очень благодарна муфтию Республики Дагестан за то, что нашли для меня время, уделили мне время. Шейх Ахмат Афанди сделал наставление блогеру. Духовный наставник призвал Полину благодарить Всевышнего в любой жизненной ситуации. Вот ребенок, мы же своих детей любим. Даже можно сказать, ради них мы готовы даже жертвовать собой. Да. И когда они у нас что-то просят, даже что нам не жалко, когда мы знаем, что им это вредно, мы не даем. Всевышний тоже важно в любых ситуациях благодарить, даже если он что-то нам не дает. Значит, как мы детям отказываем, он нам тоже может отказать, ну, до какого-то времени. Лучше всегда благодарить Всевышнего при любых ситуациях.